так забирает, так изводит зрителей, что я бы с гораздо большим удовольствием посмотрел бы именно его произвольно. Но показательный есть показательный. Если у тебя есть фигурист, дай ему покататься в показательных. Фигуристу тоже нужно отдохнуть. Под волшебное пение Андре Бочелли, американец Иван Лайсичек завершает первое отделение показательных финала Гран-при в Турине. Мы продолжим через очень короткий промежуток времени. Все, что мы успеем сделать за этот момент, это залить лед. А вы...